не закрыто. Работаем в рейсе безопасности С-21, БЦ-22. Руслан Рабовицев. Снижен 30%. Руслан Рабовицев. Контролируем работу регулятора по оборудованию судебного разведения. Включение 3-го, 4-го дизеля есть. Первый перед вами пострадавший с радиационным ожогом. Мы прекрасно понимали, какие задачи должна решать пожарная часть. Вот, и мы ее ввели в 2015 году как самый первый объект на площадке. Сегодня он функционирует.